И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival WoW. Все так же, теперь уже на Extinction, это вторая серия. И черт побери, вы не поверите, я нашел место. Место это вот здесь вот. Сейчас покажу. Место это вот здесь, можно так сказать, на краю карты. И суть в чем? Так, подожди. В чем этой карты? Здесь подъем. Надо мной никого нету, то есть сверху никто не грохнется. Нет, погоди. О, да, точно, поломанная луна. Теперь я знаю, что это за звук. Вот. Здесь огромнейшая площадка. Рядом есть еще такая же огромнейшая площадка. Так, где там? Здесь вот туда уход, там туда уход. Здесь, да, здесь маленький есть обрыв, скажем так, но его можно будет застроить. Вы бы знали, сколько я времени потратил. Так, какой левел? 95-й, да ну нафиг, кайф. Я все лучше и лучше встречаю здесь лавов. Я много времени потратил, чтобы поставить фундаменты вот так, чтобы они не цеплялись. И если я поставлю каменные фундаменты, чтобы не сильно торчали эти фундаменты. Пока что так. Застраивать буду не все, застраивать буду частично. И как бы, ну, чтобы было удобно. Но! Самое главное, здесь уже начинают спавниться мешанки. Я видел здесь 15-го левела, и черт побери, когда я сейчас зашел в игру, я увидел вот эту красавицу. Эх, ты шо, блюдок? Да, ну вы поняли, да? В чем проблема? В чем проблема тираннозавра, я бы так сказал, по ходу дела. Так, у меня это есть. Так. Я на это не рассчитывал, черт побери. Парашют, сюда, ресы. Черт, я мог там же его взлутать. Блин. Короче, суть в том, что мешаньки здесь спавнятся и рядом. Это, конечно, круто, но, походу, дело не круто. И я сейчас... Ай, давай пролагивайся, бедолага. Я, по ходу дела, сейчас потеряю 115-го мишеньку. Или нет? Вот, я видел вот того. Так. О, попить, кстати. Да чтоб тебя, ты что лагаешь? Давай, прогружайся. Мне тут важная миссия. Черт побери живая, ты смотри, еще и как хпшка восстанавливается, вообще кайф, красава. Вот это, короче, беда. Так. Ублюдки, пошли вон, твари. Алло. Не, Миша. Да чтоб это все. Ай, ну вот это, короче, конкретно беда оказалась. Ой. Беда номер два. О, братан, прости, но не до тебя. Блин, слушай, ну вот это прям конкретно плохо. Это как прям конкретно плохо, потому что я к этому не был готов. Вы что, серьезно? Просто со всех сторон. Все нападают, пытаются убить. Что за нафиг? Не, нафиг. Хотел томить мишаньку сегодня, даже выписал координаты меда. Где? Но, да, не будем. Походу дела, все-таки сегодня за топижары пойду, потому что с топижары будет намного легче, если что, сдрапнуть. И да, опять-таки же, плюс вот этого всего. Как видите, даже если за мной погонятся, то пока я буду бежать, они... Ну, они тупые. И не пойдут вот так в кругаля за мной. Они перейдут через бортик и свалятся вниз. То есть тоже, как бы, в такой лестнице есть огромнейший плюс.
Ох, какой ужас! Какой ужас, вы бы знали, я сейчас испытал. Да, это однозначно фигово. Ну, что поделаешь? Что поделаешь? Будем там... сырая баранина, я бы тоже, блин... Хотя первосортка тоже нормас. Первосортка, то где бы я найти эту первосортку? Так, окей, что там еще на тебя нужно? Сырое мясо 8. Ну, слушай, что же пойдет? Единственное, что правильно нужно... Так, сколько у меня там стрел? Стрел у меня дофига. Единственное, что нужно как-то вот ее поймать. И чтобы она не была в говне. Так, там 10 левел от нормас. О, почеки. Ну, подождем, подождем немножечко, куда она, в какую сторону полетит. Я очень рассчитывал, что она полетит в эту сторону. Была-то она здесь. И, кстати, сколько я за топижарами охотился, они редко летят обратно. То есть туда она может и не полететь. А вот сюда есть шансы. Поэтому я, собственно, отсюда-то и отхожу. О, пача, 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 пача. Не-н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 е. Мне показалось, что она близко, а она там за территорией. Так. Лично. Так, я же в кожанке, я в кожанке. Ну, кожанка это не защищает, а, точнее, не дает виза. Так, что там у нас внизу? Там у нас внизу полная жопа, если она падает вниз, то ей кирдык сразу. Это проблемка. Если что, в той стороне есть прекрасная рыженькая топижарка, тоже нормального левела. Так что, если что, сгоняем за ней. Так, ну а что, погнали за ней, посмотрим. Посмотрим, что-то как-то где. Чтобы не терять лишнего времени. О, я тут, короче, пока бегал, я тут столько всего подлутал. Кошмар. У меня уже на пол элемента есть элементальной пыли. Просто лутая топором. Прикинь, если я буду дедикурусом томить. Ху-ху! А, вот она рыженькая. А, нет, подожди, это 5-й левел, это нифига не то. Это было босявого левела. Тоже как большого, но не такого большого, но большого. Ну где бы тебя найти сейчас? О, это все, это короче, все, кранты, это куда-то там далеко полетел, пока не сдохнет, надо так будет летать. Ясно, забили на ту. Погнали поищем еще другую. Мало ли где что, может, турочку встречу тоже будет неплохо. Но почему бы, как говорится, и нет? Нет, ну это птерчик. Птерчик не хочу. Птерчики уже у нас были. Камон, птерчики были. Ну, красненькая, ты посмотри, красненькая, красненькая 45 левел, конечно, но пофигу, если хотя бы хоть кого-то поймают, уже будет хорошо. Камон, летун, это прям кайф будет. Это прям конкретный кайф. Ну, да, вы сами понимаете, топижару поймать, это вообще жопа полная. И что мне подсказывать, я уже утомил вас своими разговорами. Поэтому... Других не вижу, поэтому на паузу поставлю пока что. Хе-хе-хе. Только поставил на паузу. Вот она, та самая рыженькая, это пижарка. А вот та рыженькая, это пижарка. Кстати, у них практически одинаковая краска, но она спускается вниз. Не надо. Да не лагай, пожалуйста. Так, а где? А, во! Не, подожди, это не та. А где, а где, 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 где? Я не вижу. А, вон, вон, вон. Черт, черт! Нет, нет, не надо! Нет! Какая тварь ее ударила! Я вижу, какая тварь. Так, я вроде бы там могу пройти. Минус ноги. Но погнали. Это ужасно. Это ужасно. Это ужасно классно, я вам так скажу. На операция... О, жри, жри, пожалуйста, что-то на 7. На операции такого, конечно, нету. На операции я ловил страх каждую секунду. Ну, реально, почему-то у меня поначалу прям... Да и в целом во всем выживании у меня операция вызывала какие-то такие смешанные чувства. Да, я потом привык уже, но как бы все равно нет. Да ты серьезно? И ты туда, что ли? Да чё вам не имеется? Это бессмертное создание. Ну давай поднимайся вверх. А ты что? О, господи. Так. Где здесь выход? А, вон там. Ну подождем еще.
Да, Тата Пижара, как я и сказал, они не возвращаются, они реально летят куда-то только в одну сторону, и все, вот она выбрала то направление, она туда и будет лететь. Вот так туда-сюда блуждать, но будет лететь. Вся надежда вот на эту Пижарку, но, как видите, пока что она бьется головой об потолок, и я надеюсь, что она вырвет, так что поднимется вверх. Тут самое главное, конечно, еще и не спугнуть. Да ты серьезно, иди в задницу. Да ты пошла в жопу. Форсер, помоги, пожалуйста! Help me, please! Эй, пошли вы все в задницу! Чё лагает? Мать твою! Стой! Я слишком близко подошёл! Ужасно всё! Надо будет сделать инфорсера. Они классные. Так, ну чё, ищем по новой, где она там? Или другую ищем? Хо-хо-хо-хо, ненавижу ловить топижару. Они классные, но их ненавижу за это. Это ужасно. Тяжело. Так, топижара 75 ловил. Может, получится её поймать. Тусуется она близко к земле. И... есть все шансы, но это не точно. Надо дальше кидать. Да ты серьёзно? Так пошло все в жопу. Задолбали вы, твари. Твою мать, летающая отродье. Нифига себе, у неё что-то арпор даже не... Так, подожди. Да ты хорош лагать. Варь, я тебя только перезапустил, уже все. Игра уже лагает, как не знаю. Ну да! Ранкил стрелы, в смысле на нее торпор даже не повесился. Можно как-то вот собраться сюда. Ой, да идите вы в жопу! Где та тварь, которую я попал? О, да не бомбит у меня! Я, кстати, вспомнил, что у меня же теперь есть слитки металла, я металлолом же переплавил, и дофига его переплавил. И... ну вот они, тапочки 95-го левела. Но, показывает, она вон тут. Другая тапка вон. А та, которая мелкого левела, она, походу, дела... да, вот этого 20-го левела. Она, походу, вот где-то вот там находится. Ну, по крайней мере, тут только что была. Вообще на базу бежал для того, чтобы топор починить. Да я его сломал. Вообще прям пуф, вообще прям пуф просто. Ужасно! Ужасно! Все плохо! Но! Настроение хорошее, это хорошо, это хорошо! Да. Блин, как же все-таки клево, если бы можно было в такие здания заходить. Просто дошел вперед, дверь открылась и туда зашел. Но зачем? Это уже другой вопрос. Хотя, кстати, к примеру, от Диносов прятаться, да, на начальном этапе развития, типа, подбежал, от Диносов спрятался, и кайф же, ну кайф же было бы. Че, ты не лутаешься, да? Нет, не лутаешься. Ну и фиг с тобой. Я знаю, там лавочки лутаются. Я их пытался залутать, и топор сломал. Ну, в этой стороне тоже никого нет. Они есть, но толку от них, они все мелкого левела и какашечные. Какашечные, маленькие. 20-30, все дела. Да, кстати, вот здесь Чубрик бегает у меня с собой. Я решил его взять, чтобы это... Вот тебя добить надо! Сломал он мне топор. Так, подожди, или ты мне сломал топор? Не, это та сломала топор, а эту я ломал, да. Они просто спавнятся у меня быстро, все. Очень удобно. Ой, блин, ну куда идти, куда идти? Блин, здесь рядом с базой такие клевые топешки, и вот летают они, не пойми где. Ненавижу топежары за этого. Они клевые, но их ненавижу за это. Их чё поймаешь? Неуловимые штопы. Ух, какие прям... хороших слов не скажешь. Хотя не скажешь, они клевые. Туда пойду. Ну и маленькое расстояние я упал. Слышу, вода.
Думаю, подойду к лужице, попью. А там фонтан. Точнее, водопад. Подошел к лужице, попил. Чуть не сдох. И пижарок хороших не нашел. Я подумал, а что если, когда я начну томить пижарку, то есть оглушать и все в таком духе, на меня... минус ноги. На меня нападет инфорсер. Нападет? Или не нападет? Ой-ой-ой, что-то туда я вообще идти не хочу. Я здесь стрекозы эти долбанные. Вау! Тут еще есть топижарки. Блин, а чего их так много? Мне казалось, раньше их не так много здесь было. Вообще, пятый левел. Иди ты в баню. Пятый левел. Ну, пятый, куда тебе? Ой, пятый левел. Камон! Кстати, к терминалу бы я подошел бы. Посмотрел, сколько вообще он стоит, этот инфорсер создать его. Так, здесь какая-то красная, это, луч, походу, делаю... А, нет, подожди, здесь лучей-то нету, камон. Какой нафиг луч? Здесь же это... Дроп только. Там, видать, вывеска просто. Да-да-да, точно, там же есть такие вывески. Они красивые, все дела, но вывески. Всего лишь навсегда вывески. Так-так-так, что, могу сожрать? Я все могу сожрать. Посмотрите-ка на это. О, иди в жопу, тварь летающая. Так. Инфорсер. Да ты красава. Я только уберу лишний ненужный труп. Ох, какой он красава! Ух, супер! Во! Это, если что, как органический пример. Вообще просто огонь. Да, еще я вам так скажу, как же это отвратительно и ужасно, когда ты падаешь вниз, а потом понимаешь, что... Ай, иди в баню, тварь! Понимаешь, что тебе нужно на этаж выше. Так как там-то пижара 85-го левла, между прочим. В общем, искал, где подъем, походу делал подъем, только у меня дома. Да уж. Отвратительно, я вам так скажу. Но, может, эти пижарки приземлились поближе. Вряд ли, конечно, но вдруг. Чё я вспомнил? Да, у меня есть планерные крылья, мать их. Да, они мне должны помочь не падать вниз, и это будет супер. И, кстати... Альпинистская кирка. Могу я тебе сделать? Зеленый самоцвет. Я не помню, как делать, какой заменитель зеленого самоцвета надо посмотреть, потому что я чувствую вот с этими подъемами, если бы эти кирки были бы у меня, мне бы это очень сильно помогло. Надо посмотреть, надо поискать. Да ну нафиг! Ты смотри, топежа! Топежа 110-я! Давай! Выше надо брать. Там ночью там... Это может гнаться. Выше. Ну. Да ну нафиг. Твою мать. Да не упал, зай ты. Тихо. Да ну нафиг. Стой. Так, тихо. Болос действует. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Отлично! Болос еще действует. Опа! О, да ну нафиг! Да я тебе говорю, я так же дышу, ты не переживай. Так, сейчас самое главное, это не допустить всяких паукообразных ублюдков сюда. Ой, они здесь спавнятся, козл. Вот про что я говорю, смотри. О! 140-й. Археоптерикс. Ты еще те редкостные козлы. Ненавижу их тоже. Здесь сразу же все спавнится. Я тебе говорю, это прям вообще кошмар. Но я смотрю, здесь с этим проблем нету, да? С старпорчиком он спадает потихонечку. Это хорошо.
Это хорошо, потому что я бы сейчас бы честно подлутал бы эти наркобарики, чтобы седатив забалахать. Я может этот искать? А где первосортинку залутать? К примеру, вон там внизу. Может, проканает. Блин, не, лучше не рисковать. Ну, нафиг все. Сидеть вот так спокойно и все. Че тут? Блин, 9 кормежек, это дофига. Ладно, рискнем. О, нашел фрагменты зеленого. Оказывается, они так лутаются. А, потому что на это на Вики я поискал, я на Вики не нашел. Вот, поэтому подумал, что. Ну а вдруг так? Реально, вдруг так и оказалось. Ну что, погнали. Да чё, чё, вот это, я безумный идиот. Я нападаю на Стега, там, где у него еще два сородича, жесткого большого левела. А что поделаешь, первосортинка нужна. Поэтому нападаем. Так, погнали, мясо, мясо, мясо. Погнали. Надеюсь, ко мне никто не подходит. Первосортная раз, первосортная три, четыре, пять. Отлично, рвем когти отсюда. Они были далеко. Они были далеко, это клево. Мне повезло? Конечно, повезло. Сейчас осталось только прибежать, и чтобы никто топешку не дамажил. Вот это прям будет вообще прям кайф. И я такой, о, тогда мне точно повезло. А пока что бежим, надеемся и верим. Ну, вроде как ничего не предвещает беды. Хавай. Красава. Так, это была одна кормежка. Скоро будет вторая кормежка. И еще одна останется. А вот сейчас реально просто ждать, надеяться и верить. Фух, три кормежки, 110 левел. Обалдеть, если притомиться, это просто будет супер огонь. Бляха, как хорошо. Да, ну ждем. Ох, прям чуть-чуть осталось, прям предвкушаю, что сейчас притомится. И я тут подумал, пока, в общем, томится она. Возможно, я и не там останусь жить. С одной стороны, место классное, место ровное, большое и так далее. Но я хочу все-таки около воды. Я еще поищу, поразведу и так далее. Возможно, это будет в следующей серии, как вариант. Разведка территории и добыча полезных ресурсов. Почему опять-таки же не факт, что я там останусь? Вода. Очень далеко вода. Это я вам сейчас, конечно же, покажу, но прям реально она очень далеко. То есть это вниз, это, ну, примерно, то есть вот эту вот высоту. Нужно будет провести трубопровод, причем который может сломать хоть кто. То есть высота вот так и еще вот так же там в длину. Ну, как бы, далеко. Единственный, да, вариант это металлический трубопровод. Да, там копеечки остались. Металлический трубопровод, возможно. Но, в целом, как я уже сказал, я хочу здесь заниматься грядками, чтобы у меня грядки были, все дела, то есть, ну, как положено все. Вот, поэтому, да, ну, как-то так. Там сильно что-то не хочет. Ее все ждут. Давай уже, того. В целом, мне, конечно, нравится, как здесь проходят дни без ночей. Ну, потому что Extinction — это все-таки карта, точнее, земля, которая перестала двигаться, она повернулась в одну сторону, и, соответственно, ты только и видишь, что вот это вот. Она пролетает по орбите, вот она, Луна, она пролетает. Мы ее видим, она летит, словно луна. Кстати, я не помню, надо будет... О, отлично, притомилась, красавица. Погнали до дома. Сделаем тебе прекраснейший... этот... Прекраснейшее седло. Да, я бы сделал тег-седло, но тег-седла у меня нету. Точнее, у меня вообще ничего нету. Камон, хотя бы на седло обычное. Вроде бы должно переплавиться металлом. В общем, надо пересмотреть, я не помню, заметка где-то написана и написана про Луну, ну, честно, я не помню, но я прекрасно помню, когда я увидел эту разломанную Луну, это было что-то с чем-то, это прям кайф.
Ты понимаешь, насколько здесь лор игры кайфовый? Блин, это классно. Это классно. Чуваки захотели сделать онлайновую игру на офлайне. Точнее, офлайновую игру онлайновой. И это прям классно. О, 45. Классно. У меня хватает. Не знаю. Вот опять-таки же взять тот же самый Rust. Это чисто онлайн игра. Арк, да ты в соло получишь больше контента, чем в PvP. Почему? В смысле, на серверах, в PvP и все в таком духе. Почему я так считаю? Здесь эмоции другие. Здесь ты играешь... Так, сахар, все правильно. А, я клан не сделал. Я не сделал трайп. Ты понимаешь? Я трайп не сделал. Синогерц. Да. Тут я еще услышал новости, что возможно сделать ремастеринг Синогерц. Я очень надеюсь, что они не похабят. Это во-первых. А во-вторых, этот... Сделают второй диск таким, как должны были сделать тогда. Вот, видите, про что я говорю? Вот он. Тата пижар. То есть они всегда и улетают, и вверх, все выше. Не сдохнут, козлы. Ненавижу этот пижар за это. Вот, видите, какая огромная площадка. Ну, камон. Реально огромная же площадка. То есть здесь поставил воротинки, там поставил воротинки, там поставил воротинки. На всякий случай. И все. Классно. Место прям кайфовое. Ровненько, аккуратненько. Но вода ближайшая. Вон там. Ну, собственно, там, где стегозавра мочил. И в этом-то и основная проблема. Вода далеко. Мне трубопровод нужно тянуть. Просто ядрёшеньки сколько далеко. Вон на водичка. И то есть поднять наверх. Вот до вот этого уровня. И туда тянуть. Как бы, ну, такое себе. Такое себе. Очень далеко. Вот за что топижар люблю. Да, очень удобно. То есть на топижарах это делать какой-то маневр при строительстве и так далее. Поэтому я их и называл вертолетом. Но они конкретно. Да, то есть, если в птерчик он летит вперед, он такой прям конкретный самолет, истребитель, он. Кицелькоатл это конкретный наш лебедь, который прям. Ну, те, кто про авиацию знает, немножко понимают, о чем. А если что, загуглите самолет-лебедь. Вот, и... От топижара это типичный вертолет. То есть, вот, кружит, как положено. Ну, скорость нужна, выносливость нужна и так далее. Это понятное дело. Скорости нету, но у нас есть прекрасный мод. Если я его не удалю на время операции, вот, который добавляет, просто ядрёно добавляет скорости супики, и вот там-то мы почувствуем весь кайф. Но это уже будет в следующей серии. Блин, такая эпичная музыка Фейла на это эпичное завершение. Кстати, я не знаю, как иногда умудряются эти дропы защищаться. Потому что не всегда это фейловая музыка играет. Иногда такая кайфовая такая музыка. Чу-чу-чу, там типа победили все дела. Как они дефаются эти лучи, я не знаю, дропы. Но, как видите, сейчас произошел фейл. Ну, а что поделаешь? Такие дела. Ну, а я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. И, конечно же, делиться моими видео с своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра. Всем пока.